Здравствуйте, дорогие друзья! А мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. И вопросы задают мне не только в комментариях, но и студенты на лекциях, семинарах. Вот, поэтому я прошу прощения у своего студента, которому отвечаю с таким большим запозданием, который меня решил спросить по поводу того, на мой взгляд, на какой стадии находится Россия по Шпенглеру. А я не сразу решился ответить на этот вопрос, вот по какой причине. Потому что, с одной стороны, да, Шпенглер видит вот Россию как нечто такое новое, зарождающееся, как бы это, ну, там приходит, производит некоторые размышления о Толстом, о Достоевском, как о некотором, да, то есть он говорит, что Толстой это прошлое России, а Достоевский это будущее России. Ну вот в чем проблема, почему я посчитал нужным записать отдельное на это видео. Это в том, что Шпенглер написал свою работу вот на 1918 году. А это значит, что у нас уже прошло 100 лет, да, за 100 лет произошло очень много, очень, да, большие события, да, тем более, понимаем, что 18-й год, он шел, как ни странно, сразу после 1917 года, да, то есть после революционных событий в России. А после 20-х годов, так и вообще, Красная Армия, она пошла, скажем так, присоединять другие области, скажем так, и регионы. И тем самым она действительно осложнила вот этот вот весь процесс понимания истории по Шпенглеру. То есть здесь надо понимать, что, во-первых, говорить и предсказывать будущее России, в принципе, очень сложно, тем более по Шпенглеру. Если мы берем, да, уже возьмем, да, то есть Шпенглер, почему он хорош? Потому что он пытается высказать теории, да, о том, если некоторая математика, если некоторая математическая формула, то есть, да, мы понимаем, что история – это есть биография постоянная, это есть события. И вот он пытается понять, а есть ли некоторая математическая заложенность, да, есть ли математическая формула, то есть это есть некоторая такая попытка, ну, если хотите, даже синергетики в том числе, предугадать, предвосхитить те или иные события, то есть выявить математическую модель, некоторую формулу, по которой, но опять же, да, Шпенглер, он творит, ну, примерно в одно и то же самое время с Хайдеггером, чуть пораньше, но вот все равно, то есть они соприкасаются в некотором таком историческом пространстве. И вот что надо сказать о России, как я думаю, на данный аспект, да, то есть, естественно, вы можете прочитать у Шпенглера, ну, я сейчас не буду зачитывать, потому что у него очень хороший отрывок, где он пишет как раз о Достоевском и о Толстом, то есть это вот основной такой отрывок. А я считаю нужным и сказать следующее, да, что вообще у Шпенглера было два таких, ну, два логично друг друга продолжающих этапа. Да, то есть это культура, да, культура, которая аккумулирует еще с Катона-младшего, да, то есть у нас же есть с вами слово культура, культивировать, ну и так далее. То есть вот это вот, у нас есть с вами еще такое выражение, как злаковая культура, да, то есть, ну, на самом деле вот одно и то же, да, то есть то, что произрастает, все, что происходит. И Шпенглер в этом же самом ключе, он является таким народником, потому что он является человеком, ну, условно говоря, от Сахи, то есть он говорит, что вся культура, она идет от Сахи. А есть еще цивилизация, то есть цивилизация это такое состояние культуры, когда она уже приходит к своему логическому завершению, то есть когда происходит победа, обезличивание, да, потому что мы понимаем, что тот же самый Шпенглер, он творит и вместе с Ясперсом, с Ортегой-Гассетом, вот в этом ключе как раз и продолжаются вот эти вот размышления о том, что такое есть, да, то есть Шпенглер, получается,
является тем человеком, кто является народником. А народником не в плане, да, какой-то политической системы, а именно указывает на то, что у нас с вами есть некоторая такая система, действительно ценностная. Это культура, да, и вот он пишет вот про провинцию. Наконец, пишет Шпенглер, возникает мировая, то есть он без привязки к каким-то политическим событиям, вот он просто пытается здесь отстраниться. Наконец, возникает мировая столица, этот чудовищный символ и вместилище полностью освобожденного духа, центр, в котором наконец сосредоточился весь ход всемирной истории. Мировые столицы – это считанные гигантские города всех зрелых цивилизаций, которые презирают и обесценивают, как провинцию, материнский ландшафт своей культуры. Все, теперь провинция, и село, и малый город, и город большой, за исключением этих двух и трех точек. Нет больше дворян и буржуазии, нет свободных и рабов, нет греков и варваров, нет правоверных и неверных, есть жители мировых столиц и провинциалы. Все прочее противоположности блекнут перед этой единственной господствующей во всех событиях, жизненных привычках и мировоззрениях. Вот из этого фрагмента текста можно как раз понять, что на самом деле он предполагает, что вот есть некоторая мировая столица, которая действительно занимается тем, что все обесценивает. Да, то есть мировая столица, и я думаю, что Москву, да, тем более в рамках чемпионата мира по футболу, да, вот она как раз стала такой вот точкой. То можно сказать, что действительно в этом фрагменте видно, что такое описание, оно, его можно приложить с небольшим трудом, конечно, но в принципе можно приложить к современным московским реалиям. То есть надо понимать, что опять же, да, есть еще Санкт-Петербург, который долгое время был столицей России. Он был отдельным местом. То есть... Но и при переносе, да, из Санкт-Петербурга в Москву произошел некоторый сброс, да, то есть произошла некоторая переоценка культурных ценностей, и теперь действительно у нас есть очень большое противостояние, да, очень большое количество шуток по этому поводу, да, можете знать вот эти вот мемы, где изображена Москва, а вокруг нее плавают всякие чудовища, вот, и на самом деле это так. То есть, к сожалению, да, то есть провинция, провинциальные города, она все равно стремится в Москву. В этом плане, вот если мы возьмем за эту опорную точку, да, наше размышление, то мы можем сказать, что в принципе Россия и русская культура, она находится уже на, ну, в рамках такой цивилизации, потому что здесь я не стал бы отделять, наверное, по Шпенглеру, но и Шпенглер в принципе говорит, что понятие Европы – это понятие выдуманное, да, то есть нет на самом деле это никакой Европы. Есть Франция, Италия, Германия и так далее. Европы нет. Европа – это то, что оттеняет, да, то есть это понятие, которое оттеняет понятие Россия. И это то, что, условно говоря, да, может противостоять, может наоборот. То есть мы можем говорить о сходстве, например, России и Европы. Мы можем говорить о каких-то противоположностях, но ни в коем случае вот... как бы не существует понятия некоторого как гомогенного. И действительно в этом плане Шпенглер это понимает. А вот что Шпенглер говорит о России вообще на период к 18-му году, к 1918 году. В царской России не было никакой буржуазии, вообще никаких сословий в подлинном смысле слова, но лишь крестьяне. И господа, как во франском государстве. Общество было стоявшим особняком мира, продуктом западнической культуры, чем-то чуждым и грешным. Никаких русских городов никогда и не бывало. Москва была крепостью, Кремлем, вокруг которого расстилался гигантский рынок. Город-морг,
Город, который теснится и располагается вокруг, как и все прочие города на матушке Руси. Стоит здесь ради двора, ради чиновников, ради купечества. Однако то, что в них живет, есть сверху, а обретшая плоть литература, интеллигенция с ее вычитанными проблемами и конфликтами, а в глубине оторванный от корней крестьянский народ со всей своей метафизической скорбью, со страхами и невзгодами, которые пережил вместе с ним Достоевский, с постоянной тоской по земному простору и горькой ненавистью к каменному дряхлому миру, в котором замкнул их Антихрист. У Москвы никогда не было собственной души. Общество было западным по духу, а простой народ нес душу края в себе. Между двумя этими мирами не существовало никакого понимания, никакой связи, никакого прощения. Если хотите понять обоих великих заступников и жертв псевдоморфоза, то Достоевский был крестьянином, а Толстой – человек из общества мировой столицы. Один никогда не мог внутренне освободиться от земли, а другой, несмотря на все свои отчаянные попытки, так этой земли и не нашел. То есть вот по этому фрагменту уже можно понимать, что даже вот попытка выстроить какой-то, да, Шпенглер выстраивает действительно очень неплохую концепцию, что культура, она вот развивается по своим, да, находит апогей в цивилизации и после этого умирает. А здесь надо понимать, что все, что он приводит, в том числе, да, какие-то государственные образования и так далее, это все небольшая фикция, да, то есть если мы будем говорить о современной России, да, то есть мы с вами все прекрасно понимаем, что Россия имеет очень большие корни, глубокие корни. Но когда мы начинаем разговор, да, о том, что, да, Россия существует у нас не так долго, она существует фактически, ну, лет 20-30, фактически, да, до этого был Советский Союз. Вот в связи с этим как раз и возникают те сложности, да, то есть вот я попытался, наверное, по этим отрывкам показать, что с одной стороны Россия, да, находится вот и Москва, ставши мировой столицей, она находится вот на грани этого умирания, уже вот такого вот лоска, какого-то лоска и великолепия, но так как прервана эта связь с народной культурой, то московская столица, мировой столица, нечем питаться, нечем духовно подпитываться. А вот это по Шпенглеру, это не мое ни в коем случае мнение, у меня мнение другое, но оно никого не интересует в данном случае. Что еще, вот как бы, это, да, то есть это моя такая некоторая интерпретация, но не мое мнение. И мы также имеем мнение, да, о том, что это уже было. Вот из того же самого отрывка, то есть по идее-то, да, цивилизация, она уже отразилась отчасти в Санкт-Петербурге. Но Санкт-Петербург не умер. И Россия. Хотя, может быть, и можно сказать, что Россия умерла, да, Российская империя. Может быть, она и умерла в тот момент, найдя свой какой-то апогей, но она дала рождение новому, да, Советскому Союзу, как некоторому новому этапу и новому витку. Но я не хочу сказать, что Россия, да, она ни в коем случае не умерла. Вот в... Она умерла как некоторый строй, как некоторая система, как некоторая данность. И революционные события, как не были бы они ужасны, они дали людям увидеть себя по-новому, открыть себя по-новому и заново. Вот это вот вся система, и я не говорю, что это хорошо, но я говорю, что это поиски, это исторические события. Говорить о том, что Шпенглер, да, предсказывает будущее России, он уже некомпетентен, потому что он эту книгу написал 100 лет назад. То есть прошло действительно реально 100 лет, когда он вот эту вот книгу, он ее как-то действительно... за эти очень много всего поменялось. История поменялась. История никогда не стоит на месте. А мы также находимся в поисках
смысла и блага.